летучие, муравьиные. Очень опасные. Выкопанное место специально копали люди. Здесь у них пруд был когда-то. Но это было, как говорится, до войны. Это я там сверху проезжал, вот эту штуку увидел. Думаю, что это такое? Заехал посмотреть. Какая-то штука забита. Для чего, непонятно. Может, труба переливная была в сейм. Может и так. Прикольно здесь так вот. Это ж хмель, наверное, а может и нет, или мамордика. Поедем просто прямо. Как бы толкать не пришлось.